Вы на канале Мои Игрушки, и сегодня мы открываем куклы Лол. И еще мы откроем заодно сегодня такие карточки с персонажем Диснея. Да, еще мы покажем, которые открыли. Давай, да. Сначала начнем с которой открыли. Давай, Даша, показывай. Да, вот сначала свои покажу, потом ты свои. Угу. У меня попался вот Мауи. Это из мультика Моана. Дальше мне попались вот такой вот машинка со звездочкой. Это из мультика «Тачки». И, кстати, это все наклейка. Вот эта звездочка наклейка и сама карточка тоже наклейка. Ну, давайте дальше посмотрим, какие у меня еще тут есть. Есть у меня тут такой львенок, не помню, из какого мультика такая блестящая карточка. Королев. Ну, не помню. Так, вот смотри, какая девочка. Вот еще здесь вот такая девочка. Тоже не помню, с какого мультика, но это тоже наклейка. Так, вот здесь вот из этого мультика, здесь вот скелет нарисован, полускелета. Это из какого-то мультика. Я не знаю, я его даже не смотрела, но я видела трейлер. Вот, а вот это я вообще не догадываюсь, что это за мультик. Напишите в комментариях, если знаете. Давай, теперь ты показывай. У меня больше карточек. Ну да, потому что их очень много. Так, я сюда спрячу и буду показывать. Да. Вот такая вот из этих игрушек спиралька собачка. Так. Дальше. Из Зверополиса лев какой-то. Так. Дальше у меня принцесса Аврора из мультика. Дальше у меня... Что это? Непонятно. Какая-то карточка тоже непонятная. Это вот соединять надо там. Да. Вот, еще вот Маквин тоже. Маквин из Эльзы. Свен. Свен? Вау, какой красивый. Мне это очень нравится. Это мне кажется. Эльза. Моана. Такая злится на кого-то. Из Дори мультика. Я тоже покажу один. Здесь печалька. Из мультика да, «Головоломка». Печаль. Да, у меня еще вот такой вот малыш из супергероев. Да. Я вообще не знаю. Даже опять из истории игрушек. Опять блестящий зверя. Да, из Зверополиса. Ленивец. Ленивец. Радость. Радость из «Головоломки». И супергерой девочка. Тоже из супергероев. Да, ну давайте. Давай я соберу. Ну пусть лежит. Сейчас Дарьяна соберет, и мы будем открывать эти карточки. Да. Уже не терпится, чтобы посмотреть. Кстати, в одной пачке три карточки идет. Да. Побыстрее. Я так хочу собрать все карточки. Все колец. Я хочу вот наклеить. У нас их будет очень много, потому что и карточки здесь очень много, и в каждой карточке по три карточки. Ну давай открывать уже. Давай, все, я открываю вот такие вот карточки. С мусором у нас. Так. Это что? А это карта. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Это 3. У меня попалась из какого-то мультика. Это из Дори. Из Дори, вот это Немо из Дори мультика. И вот не видно, наверное, на камеру, но это здесь какие-то точечки, как будто бы 3D, вообще крутяк. Да. Вот. Вот не покажу. Вот такая же супергерой мама из этих деток, которые у меня. Да, ты крутяк. И из истории игрушек. Бас. Вот, бас, да, бас точно. Бас и бластер. Давай, теперь у меня вот такой вот, как ты его, критик из Рататуя. А, ну да. Дальше. Я у меня из Моаны, бабушка ее. Дальше у меня вот такой вот какой-то песик. Пишите в комментариях, если вы знаете. Давай. Так. Теперь я говорю. Первая вот у меня из Микки Мауса. Упс, что-то упало. Вот, скажи. Вот, смотри. А, на вертолете. Половина карточки. А, блин. Ну, сейчас ты скажешь. Вот, осьминог из мультика тоже Дори такой блестящий. И последняя вот такая радость. Видно там? Радость. У меня попался вот такой вот мальчик блестящий.
художественные картинки. Опять же, критик из Рататуя. Опять? Да, могу тебе ответить. И из этого, истории игрушек. Ну все, дальше открывай. Давай, давай. Так, что у меня там попалось? Вау, я первая тебе. Ну ладно, давай. У меня тачки. Смотри-ка, тачки, ну-ка. Вау, какие красивые. Это новые. Да, тачки 2. Из... Из истории игрушек опять. Да, возьмем много их. И Бель. Бель? Да. Вау, красивая. У меня здесь вот снеговик из мультика «Холодное сердце». Покажи, да? «Холодное сердце», да, это? Да, это Ола. «Холодное сердце», Ола здесь нарисован. И здесь какая-то пещера, что ли, не знаю, что-то темное. Дальше у меня здесь, это кто, какая принцесса? Это, а, у меня такая же Аврора. Да, это Аврора в розовом платьюшке. Такая вот. И еще какая-то принцесса, но я не знаю, у кого-то. Ну, я не знаю, что это вообще за мультик. Ну, давай, Лен, стойте. Я вам сейчас открываю. Сейчас еще открою. Смотрите, у меня попалась опять этот же мальчик с гитарой. Покажи, какая красивая. А еще у меня попалась юбка Золушки. И у меня попалась еще вот такая вот карточка от истории игрушек. Я уже собрала одну наклейку. Ну-ка покажи-ка. Да, это типа можно личный вот дневник приклеивать. Например, всякие картинки крутые очень. Так, карточку еще одну открыла. Здесь у меня мини-маус. Мы будем вкладывать, который собираем, вот сюда, в стопочку. Чтобы не путать. Так, еще... Из мультика Микки Маус. Здесь... Кто это? Кто это? Это... Дональд Дак, по-моему. Да, Дональд. Вот, это тоже блестящий. А это Бык, который в полиции работает. Это из мультика... Какого это из мультика? Это... Этот, как там? Капитан Буйвон из Зверополиса. А, вот тоже Зверополис. Из Зверополиса. Тебе попалось еще картинки из Зверополиса? Нет. У меня попалась страх из головоломки. Дальше у меня попалась из Дори вот такие вот тюлени. Да, они очень смешные были. И у меня попался Мауи, когда они в лодке с Моаной переплывали. Да, ну давай дальше открывать. А, вот это вот Моана. Ой, ну у тебя одна карточка осталась, а у меня еще разная. Да, четыре. Если я уже открыла побольше. Так, о! У меня здесь ноги какой-то принцессы. Это Белль. Ноги Белль. Ну да, это, наверное, от Белль. Да. Папа, супер... О, у нас целая семья супергероев. Да, точно. И еще из этого мультика «Скелет». По-моему, что от уже есть отличие здесь, да. Да, да, шутила супергероев. Вот. Еще там была штука от него. Вот, смотри, сейчас вам покажу. Вот, собралось. Ну-ка, покажи. Вот, смотри. Здесь еще ноги у него, но ты пока что открывай. Ног нет у тебя. Может, если у меня ноги попадет, то я тебе дам. Хорошо. А у тебя Белль помнит? У меня же ноги явно есть. У меня Белль вообще-то... Вау-вау-вау. Нет, ног у меня нету. У меня тут из тачки 2 опять. Опять? Кстати, лямочки. Из Рататуя. Эту девушку зовут Коле. Ой. И из Рататуя тоже мальчик. Так, а у меня попалась одна повторка. Вот такой мальчик опять. Я его тут в начале видео показывала ему. Так, ой. Вторая. Вау. Это Анна и Эльза блестящие. Вау. И дальше картинка, половина картинка. Вот из «Холодное сердце» здесь Олаф, Свен. И дальше там еще его хозяин. Вот. Так, ну давай дальше открывай. Все. У меня нету больше карты. А, нет, ну... Ну хорошо, я тогда буду открывать. Так. О! Мау... Как его? Мауи, да? Мауи. Мауи. Вот. Вот такой мальчик, какой он попался. И опять же тачки, которые у меня были в начале видео. Так, ну давайте по-быстренько мы здесь еще открывать дверь. Потом будет наконец-то открывать лол, куклы лол. Так, сейчас открою.
Опять такая же картинка, 3D-тачки. Ну-ка, стой, Даша, ну-ка, дай-ка. Вот, видите, да? Видно, по-моему, чуть-чуть. Даша, спрячь под куклу. Вот. Сюда. Зачем? А ну-ка, светилась в темноте. Где это? Вот это. Нет, не светится. Тебе показалось. Вот из такой... Картошка. Картошка такая. Из мультика... История игрушек, вот. И... Новая серия вышла, Маквина, тачки, Гром. Это его зовут Гром, это новые тачки там появились. Угу. Я, кстати, уже этот мультик... Быстрее давай открывай. Да, сейчас. Так, и что же у меня тут? У меня тут... А, вот, картинка собралась. Даша, у тебя так много вот этих картинок, которые такие 3D, дашь мне одну? Стой, вот, у меня собралась картинка. Эльзы. Из мультика «Холодное сердце». Сейчас. Хаос. Сейчас покажу. Вот, собралась. У меня уже две картинки собрались. Так, ну а дальше у меня попалась опять такая же 3D. У тебя столько, вот. У тебя 3D. Да. И Пошли. Вот такая принцесса. Кто это я? Не помню. Аврора, да, точно. И опять такая же супергероя мама. Сейчас я сложу аккуратненько. Ты пока что подожди. Я не могу ждать. Такие карточки крутые, такие веселые. В личный дневник вообще отлично приклеивать. У меня одна такая картинка, и то не полная собралась. У тебя две полных целых. Ну, почти полных. Одна там не полная. Так, это мусор. Сейчас я его выкину тут. Так, мы сейчас будем вместе открывать. Вау. Ну, давай. Вот, смотрите, такой шарик. Здесь такая молния, ее надо вот так. Ну, давай покажем. Здесь 6 аксессуаров для куклы и сама 7-я кукла. И может попасть 6-й аксессуар только некоторых шариков. Давай открывать? Ну, давай. Там несколько слоев. Как вот так, да? В общем. Просто никогда в жизни не открывала такую штуку. Тут у меня тут подсказка. У меня тут микрофон и галочка вверх. Так, сейчас. О, вот моя подсказка. Сейчас я открываю. Ну, короче, какая-то мисс. Какая-то бабушка и какой-то, похоже на школу. Покажи. Вот. Да, что это? Блин. Давай посмотрим. Вот, здесь вот, а мы открыли один слой, и здесь вот такой вот. Да. Сейчас мы еще раз потянем за эту девочку. Что же там? Здесь какая девочка с вами попадется? Нет, здесь не показана какая девочка. О, как ровненько открылась-то. Что, у меня не открывается? Что такое? Так. Так, еще одна подсказка. Тебе помочь? Да. Давай. Сейчас я не помогу. Опа, все, она. Вот здесь такой розовый слой и куколка вот здесь нарисована. Вот такой. И что у меня тут попалось? Это наклейки. У меня попались вот такие маленькие наклейки. Они могут пить, отплеваться и плакать. А у меня тут плакать, плакать, плакать и плакать. Нет. Плеваться, плакать, ну да, не за тебя. Так, вот у меня уже две штуки попались. Здесь опять молния. Да, розовенький такой шарик стал. Угу. Так, давай сядем. Да. Так. О, вау, у меня уже тут пакетик. Да, помоги как-то. Ой, ладно, где здесь? Где? Так, сейчас я покажу. Покрасился. Ну вот, здесь еще одна куколка нарисована. У меня розовый, у тебя темно-розовый. Вот, пакетик тут. Давайте его достанем. Вот такой вот пакетичек. Так, это, наверное, аксессуар. Там бутылочка вот такая. А у меня, по-моему, бутылочка не стоит. Нет, там бутылочка клевая. Вау, какая она. Я ее сняла нечаянно. Да, ой, у меня с черненьким носиком. Вот, это очень мягкая, прям вообще. Да. Вот здесь вся розовая, здесь вся черная. А у меня розовая бирюзовая. О, понятно. Ой, из нее воздух дует. Так, конечно. Давайте дальше. Ну, давайте дальше. Здесь вот бутылочки наши. Это вот сюда. Опять молния. Так, здесь молния. А вот
И у нас тут шарик. Надо достать шарик. Надо достать. Надо шарик. Я достала. Я не достала. Откуда он мне достается? Сейчас я вам покажу. Вот здесь куколка. Вот такой вот шарик. И еще один пакетик у меня. Так, давай посмотрим. Что, вот что, что маленькое. Там смотрите. Ну, может быть так. Сюда так не хватает. Нина, жду, что не оставайся. Да. Сейчас, Алё, я одна. Я всего умница. Вообще, что-то не поддается. Спасибо. Так, ну давай сейчас отрежем ты, да? Так. О, да, мне тут тоже микротяга. Вау! У меня черно-розовый, как бутылочка. А у меня как бутылочка. Один ботинок розовый, а другой бирюзовый. Крутак. Так, вот здесь даже шнурки прорисованы. Ну вот, уже здесь два пакетика в этих дырочках. Вот. И давайте откроем дальше. Да. Мы сейчас откроем шарик. Там, да, там куколка. Там домик и куколка. Вот, тебе вот надо штуку открыть, крышечку. Где мне вот это? Ага. И пакетик. Быстро так, не надо. Стой. Ладно, дай. Не надо так, давай пакетик. Так, потихоньку. Успокойся. Хотите что-то взбесить? Вау! Смотрите, какой у меня платьишко. Ой, у меня белое, цвет розовое. Вау! Я, конечно, знаю, кто это у тебя. Стой. Вот, здесь даже есть манекен вот такой. Да. Сейчас я покажу одежду. Ой, такой у меня платьишко. Похоже, у меня девочка черненьких. Девочка у меня... Да, но у меня, кажется, певица. Ну ладно. Вот, у меня такая курточка. Ну, она какая-то потрепанная здесь вот. И вот такие штаники черные. Спортивный, как будто бы спортивный костюм. Может, она у меня рок-певица какая-то. Так, манекен тоже сюда. А я тебя не знаю. Вот, вот такие штуки вот. А, теперь надо показать шарик. Здесь у нас куколка, вкладыш. А где, вот так вот, что ли? Да. Смотри, вот так вот за эту штуку берешь. Вот так. Ну, давай, помогай. Вот, здесь... Вот сидушка и столик. Это типа такой домик. Так, здесь давай сначала вкладыш. Здесь цепочка. Блин, упала. Здесь цепочка, стыковый лапчик и сердечко. Это все девочки, которые есть. А вот. Интервью мы читать не будем, много. Потому что нам интересно, да? Ну да, потом посмотрим. Здесь у нас аксессуарчик. Так, давай на последнюю очередь сейчас аксессуар откроем. Так, инструкции, что здесь я просто... А здесь куколка! Стой, Алена, посмотри на инструкцию, ты только посиди. А да. Вкладыш? Вот, смотрите. Вот попадется нам какая-то... Даже я знаю, какая у тебя такая, она у тебя художница. Все, тихо. Смотрите, все. Вот надо вот там кругляшки есть, и надо туда клеить наклейки, что куколка умеет делать. Вот, смотрите, я сейчас вам объясню. Первое, в эту бутылочку наливаешь воду в раковину, ее вот так зажимаешь, и в нее набирается водичка. Да. Вот, в нее набирается водичка. Давай. Второе, потом ее можно поить, у нее дырка есть во рту. Либо и плачет, потом... либо плюется, либо тихо, писает. Тихо. Ее можно потом нажимать, она будет плакать. Или... Потом или плюваться. Или писаться. Ну да, или писаться. Или менять в холодной воде или в горячий цвет, в подгузник. Да, точно. А, кстати, вот эта вот штука, это от шарика, его закрываешь? Да. И вот можно таскать с собой куколку, и можно на площадку, в детский садик, в школу. Можно, можно ее садить сюда это и закрывать шарик. А можно закрывать шарик и вот сюда вот ставить куколку на подставочку. Ну все, давай уже открывать. Так, стой, сначала аксессуар. Да, здесь уже столько мусора. Что-то у меня. Эй. Так, давай аксессуарчик, там очень маленький, вон насосочка. Спасибо. Вот, сейчас нам мама воду принесет, и мы проверим, какая там кукла. Да, ассистент. Так, ну давай, сейчас откроем. Да что такое? На. Держи, да. О, все, открыла. Вау, какой у тебя бантик, а у меня соска. У меня огромный бант. А у меня сосочка есть. Ее не видно. Она очень маленькая. Вот.
Так, вот. Сейчас вот, нас просто холодненько. Мамочка мякла. Сейчас нас да, ну давай, все, мусор, дай я тебе ладно, ну давай, где она? А, что я не смотрю, я не смотрю. Ой, этикетка. Воду. Вау! Какая милая, ой, какая у меня, мама, смотри. Вообще, сейчас я покажу блондиночка такая. О, ну у нее даже тут татуировка есть на ляжке. Ой, а такая, у нее крутится головка, крутятся ручки, ножки поднимаются. У меня все происходит. Такая пузика вообще, пузика такая. И, о, у нее голова мягкая. Да, конечно, чтобы пилаться. Косички у меня такие, это, наверное, художник. Смотрите, у меня вот такая вот девочка с цветными волосами. Так, а еще внизу, ой, то есть это наверху, наверное, люстра. Давай ее оденем. Вот начнем это с туфелек. Давай. Ну, давай. Ну, нет, вообще сначала надо штаны одевать. Ну, я одену тучки. У меня штанов-то нет. Че, правда? А, нет. Тебе же платье точно. Сейчас я одену платье. Вот такое. Что я наберу? Так, где будет? Вот это. Так, одеваем. Такая пузатикая, что... Так, это шортики. Итак, одеваем кофточку ей. Розово-черную. У нее все розово-черные цвета. Да. Блин, мой. Что, не получается? По-моему, ее надо через низ одевать. Да. Вот ручку вот так, вторую ручку вот так. И вторую ручку вот так. Да что такое, что она не одевается рукава-то? Сейчас. У нее вообще платье не одевается. Вы можете тебе? Сама. Я не маленькая. Блин, а, одевайся, давай. Так, сейчас тут у меня. Это с этой кофточкой не то, она какая-то порванная у меня. У меня платьишко. О, все. Почти все. Блин, у нее голова оторвалась. Ой, какая миленькая. Ой, какая красивенькая. Прям такая выполненная, так круто. Так, сейчас одену и все, и вам покажу, как она выглядит в одежде сейчас. Так, интересно, ее в воду. А, ну воду-то без одежды, потом снимем тогда одежду. Так, ну давайте соску ей воткнем в ротик. Вот и все. Вот и готова наша лялька. Вот иди, какая миленькая, я влюбилась. Вот, смотри. Так, давай я соску вытащу. И вот какая туфельки, вот какая она у меня. На картинке там было показано то, что у нее еще есть такая штука, как у художника. Ну, у тебя, кажется, нет. Другая. У тебя, по-моему, какая-то вот это у меня. А, нет, не это. У меня, а она у меня вот блондинка. Это. Да. Вот. У тебя есть тренировочка на ляжке? Да. А чего ты ботинок-то? Ой. Ботинок. Смотрите, вот Даша на куколке. А моя, не знаю. Не видно, там очень мало, да. Мелко для камеры. Ну так, да, давайте покормим моя ее. Тыщ. Все, там есть водичка. Вот я одену. Сейчас, давайте. Ее не открывается. Вот такая у меня куколка крутая. Так, давай это уберем. Сейчас уберем. Эй. Так, все, у меня там есть водичка, я уже набрала. Давайте ее покормим. Да, давайте вот. Только пей, моя хорошенькая. Все, там ничего ай, нету. Ты что, вообще брызгаешь чуть-чуть только? А, давайте посмотрим, что она будет делать. Ну, что, что? Наверное, сильно мало воды. Давайте еще попробуем. Там вот, стоп. Стоп. О, все. О, все. Стой, вот так. Упс. Смотри, Лена, сейчас тебе покажу. Так, опускаешь и набираешь. Все, давайте попробуем. Так. Вот все. Да что же такое? Ну вот я не набираю. Все, давайте. Смотрим. Она плюется.
Плюет, да? Да, только мало слишком воды почему-то. Что это? Так, она скоро все. Ой, ой, она плачет. Ой, она плачет. Что с тобой? Упс, пролила. Так, она плюется и плачет. Сейчас я еще раз ее вытру и еще раз сделаем. Давайте наберу воды. Да что, я уже набрала, спасибо, не надо. Сейчас я покажу, как она плачет. У нее здесь в глазках дырочки, они очень маленькие. И тоже не видно. А у меня есть дырочки почему-то. Есть? Ой, она тебя плевала. Блин. Вот так она плюется. Ой. Она у меня тоже плюется. Вот, ой, вот. Плюется, плюется, плюется. Не видно на камеру. Она у тебя плюется? Да, вот. Из рта она. У нее такая струя сильная льется. Аж вообще. Видишь, вот у меня дырочки. Ну, они, ну, наверное, на камеру нельзя показать, как она плачет, плюется, потому что это не видно воду. Так. Ну вот, дорогие, вылила оставшиеся. Она реально так хорошо в бутылочку набирается. А давай сейчас ее покупаем, посмотрим. Мама, кстати, ты видела, манекен даже есть. Мы давайте сейчас снимем ее одежду. Где одежда была? И, блин, мама, почему у нее голова отрывается? Голова отрывается? И да. Может, китайская. Так, давайте обуточки снимем. Менять цвет. Говоришь, воде. Обутки. Так. Что у тебя? Чего? Она плачет. Плачет. Ой, какая струйка. Плачет он как. Не крутая, это тренировка. Не плачь, моя девочка. Давайте, ну, она сейчас... не меняет. Не меняет? Нет, не меняет. Она, ты говоришь, что она может в темноте светиться? Нет. Нет, 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 не говорю. Оказалось. Так, ну все. Давай ее оденем и посадим. Будем ее прощаться, потому что уже долго видеть. Так. Все, Оля, надевай ее, вытри. Так. Ой, она, кажется, может еще и писаться. Ну, конечно. Нет, там... она все умеет делать, короче. Ну, ладно. Все, Оля, давай, одевай ее уже. Вот такая куколка. Аленка. Так. Сейчас я ее одену. Оденем платьишко. Милашка вообще, она очень крутая. Да, вообще крутые куколки. Да, вообще. Да, вообще, они такие крутые. Все, кофточка одела сейчас. Блин, точно. Она же пыталась что-то. Сначала штаны одеть надо было. У нее, кстати, татуировка видна. Она так хорошо сделана, татуировка. Я уже почти все, только палец. Прям как настоящая. Мом. Мам, наверное, написано здесь. Мом. На татуировке написано мом. Упс. Так, ну давай быстрее одевать там. Я уже одела, я сейчас буду. Так. А это столько мне ее держать? Вот моя куколка. Так, ножки сгибать. Давай. Ой, у меня голова. Она, кстати, умеет стоять. Вот. А, нет, не умеет, потому что у меня голова слишком большая. Давай, а? Вот здесь, по-моему, это от нее. Это, сейчас я наклею на вкладыш, что она умеет делать. Все, приготовила тут. Ну вот, в общем, она сидит здесь себе такая в розовой штуке. Ой, так. Карточки-то все мокрые, наверное, стали. Я сейчас найду свою прыгалку. Так, в каком наряде? Даже вот своя куколка, по-моему. Да. Вау, смотрите, с этой стороны куколки без одежды, а с этой в одежде. Да, мы в памперсах. Это, наверное, как-то говорил, по-моему. Это... да, сейчас найду свою одежду. Вот, да, у меня куколка. Мою куколку зовут Ханкстар. Ханкстар. Ну, как это Ханкстар.
Ну да, когда твою куколку забрала. Брат. Ну-ка, а мою. Вау, смотри, здесь есть чертик и ангелочек. Дай мне, я посмотрю. Я сейчас... Как ее зовут? Pink Baby. Розовая... Розовый ребенок. Розовый малыш нам. Она может открываться. Вот, да. С ней, когда она здесь сидит, не закроешь, по-моему. Давайте попробуем из нее закрыть. Здесь еще какая-то штука, вот такая, как чемоданчик. Здесь ее... Где? Моя? Вот здесь закрыть можно, сюда аксессуары сложить. Танцы. У тебя здесь что-то написано. У меня, кстати, здесь бэби на бутылке написано. У меня ничего не написано. У меня танцы-слив. Танцы. У меня танцевальная. Вот из этого ряда. Так, ну все. Я ложу сюда аксессуары, закрываю. Сейчас я прицеплю цепочку. Вот здесь такие отверстия, в которые так надо вытянуть. А, кстати, да, с ней же должна быть соска, бутылка, чтобы она еще ночью попила. Стой, кто? Так, все, вставилась наконец-то. Итак, теперь сложить сюда. Тогда вниз положу. Вот так вот. И моя девочка будет стоять вот здесь. И закрываю. Пусть она там себе живет. Я свою девочку поставила на шарик. Вот так она приблизит на шарик. А, да, точно. Я же можно в шарик. Я сейчас ее в шарик положу. Все, вот. Готова моя девочка. Извиняюсь. Середине. Здесь еще, кстати, есть держатель для поилочки, вот. А, да? А я думала, это для куклы держать. Ай. Ну, тут держит такой держатель для куклы. Вот, вот. О, смотрите, как здесь все удобно у нее. Вообще, ночью здесь и так будет удобно. Обалдеж. Просто обалдеж. А у меня куколка сидит, и я ее сейчас закрою. А когда она сидит, она не будет закрываться, только когда лежать. Смотри, вот она сидит у меня. Ты просто посиди ее на пуфике, она будет закрываться. Вот. Ну, я тоже поставлю ее. Все. Вот. Вот такая у меня куколка на шарике. Плачь, ладно, ставь, все, давай. Прощаться, надеюсь, долго. Сейчас, подожди, она не станет. Сейчас я закрою. Алёна, какая она у тебя маленькая, мне больше. Не знаю, да. Она, блин, у нее пузырь выдувается. А где мой бантик? Ты, наверное, его туда вниз положил. Упал. Так, сейчас проверю бантичек. Вот. Вот моя галка. Ладно, все, не ставь. Вот такие у нас сегодня игрушки попались. Очень крутые, покупайте, вообще крутые. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте